Доброе утро всем, девчонки. Сейчас знаете, что буду делать? Ну что, варила гречу и тушила мясо. Тушеное мясо вот, ну не хотят. Хотела сделать гречанники. Я их, конечно, и не делала никогда. Вряд ли, думаю, будут они есть. Сейчас я это мясо все подостаю и пожарю на сковородке с луком, с маслом. Здесь у меня они тоже с луком тушеные. Но ведь не собаке отдавать столько мяса свинина. Саша и то не хочет, а жареное съедят. И смешаю с гречкой прямо туда. Вот. Вот таким делом я займусь сейчас. И буду вместе с вами разбирать морозилку. Потому что собираюсь манты лепить, а складывать некуда. И я хочу, что у меня там может полежать не в морозилке, достану уже. Потому что я к Новому году-то ведь покупала. Уберу сюда в Хрущевский. У нас тут вот холодильник. Вот там под окном у нас холодильник. Ну, Хрущевский его называют. Вот такими делами займусь сейчас. В общем, передумала я с гречей делать. То, что, думаю, есть не будут. Ладно, гречу кормим найди. Сейчас мясо обжарю. И потом в другой сковородке или мясо выложу, пожарю картошечки и смешаю. И будет замечательно. Вот. Сейчас я поперчу, немножко присолю, совсем чуть-чуть. И будет у нас новое вкусное блюдо. А то так и будет стоять. Вот так. Сейчас начищу картошки. Мне и на манты картошки надо. Посолила. Вон как зажаривается красиво. О, такое точно съедят. Еще, девчонки. Поджарилась. И вкусненько. Пусть еще немножко оставлю. Значит, варила борщ. Брала кусочек лопатки. Тоже мясо осталось. Это жирок выложу Майде. А из этого кусочка сейчас тоже сделаю салат. Жирок убрать лишний. Конечно, я видела салат такой с говядиной. Вот. Правда, не знаю, думаю. Будут, не будут салаты есть. У меня они не любят салаты. Так, это найди. Это найди. Это все мясо. Так, ладно, подумаю сейчас. Нет, наверное, не салат все-таки. Что же придумать-то? Суп съели, мясо осталось. Это лишнее все. Найдуше. Так, ладно. Сейчас. Я сейчас подумаю.
Сейчас посмотрю, что у меня еще там в холодильнике. Так что я сегодня и варить ничего не буду. Все, хорошее мясо получилось. Я выключаю. Разрезала полотенце на две части. Вот. У нас так есть полотенце, если что, руки вытирать. Ну, вы знаете, ведь, девчонки, да? Вот маленькую тряпочку вот надо постоянно вытирать руки. Вот. Постоянно же. Взяла, разрезала. Чего его жалеть? Вот, состернул. Она быстро высохла снова. Так. Мясо готово. Это я подумаю, что сделать. Сейчас, девчонки, хочу достать. У меня тут и колбасы, и чего только нет. Так. Все достаю, что я к Новому году покупала. И уберу хрущевский. Масло взять, сыр еще. Масло шоколадное пока мне не надо будет. Так, здесь что? Вроде все. Тут у меня грибы. Не видно? Вот там все. Тут все грибы. Тут у меня тоже и грибы. И смесь. Смесь овощная, кабачки там, все такое. И замороженные ягоды для компотов. Так, здесь. Так, это тоже сметана. Так. Это я пока не буду. Это пока не буду. А вот нарезки. Нарезки я все сейчас достану. Так, это у меня кусок мяса. Так, это рыбка. Это сыр. Все оно прекрасно сохраняется после морозилки. Так, это я пока доставать не буду, это тоже не буду. Так, а здесь что? Сейчас. Буженина пока не буду. Здесь нарезки. Бекон, сальчичон. Балык. Так, это пока, наверное, сюда уберу. Здесь у меня голень, крылышки, фарш. Здесь кусок мяса, лопатка. А это. Праздников много. Я хотела сделать этот рулетик. Это у меня филе бедра. Это мороженое. Я брала всем. Креветки. Так, и здесь у меня еще нога. Нога и лыбка еще на холодец. Вот мне надо так сделать, чтобы не под манты. Это вот я сюда обратно положу. Так.
А здесь надо пихать как-то. А сюда. Это сюда. Это сюда. Вот, наверное, сюда. Закрывается, закрывается. Здесь я освободила. Но мороженое здесь не войдет. А вот куда мне мороженое? Так, ну ладно, пока положим мороженое. Все забито. Так, сейчас я еще в холодильнике посмотрю. Что-то переложу. Мороженое мне надо и ящик для мантов. Готовимся. А здесь я сейчас все это хрущевский. Так. Это у меня косточки собака. Так, фарш. Это у меня этот. Сейчас я тут разберу. Творог. Два слоеного и фарш. Так, фарш я сейчас достану, чтобы он это. Так, слоеное. Это сюда можно. Пельмени мы съедим, рыбные остаточки с горбушей. Творог мы может тоже съедим. Я сейчас сюда это переложу. Мороженое. Вот мороженое. Сюда. Так. Это сюда. Ну и все. Вот, вот. А здесь у меня перловка. Два пакетика. Вареные уже все. Я тогда отварила. А потом достану. С фаршиком можно обжарить его. У меня с тушенкой любят. Вот. У меня кости собачьи некуда. Этот фарш я сейчас так вот с этой достану. С упаковки. Пакет. Пакетик, оно упаковка места много занимает. Этот фарш в чижике брала. 400 грамм свино-говядина. Хороший фарш. 400 грамм 129 рублей. Вот это тоже такой же. Я тогда две брала. Ну, а девочки, я вот так аккуратненько все разжила. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Собачьи. Ну, и собачьи косточки вошли. Все. Сейчас другой ящик посмотрим. Так, здесь что у меня? Здесь, девчонки, вот так все остатки кидаю. Ну, не только то, что остатки. Это моя скумбрия балык. Это я себе еще оставила себя побаловать. Это я закину туда. Здесь вот какие-то куриные Миша жарила. Купили колбасу, не стали есть они. Я ее закинула, потому что она уйдет. Я могу потом ее в суп кинуть, в пиццу кинуть. Так. Здесь у меня капуста квашеная. Морковь по-корейски достану. Так, тут кабачки, грибы, зелень. Так. Девочки,
лосось. Хребты лосося. Свежие у нас продавались. Я их достану прямо поближе. Поближе к Новому году и засолю. Хребты лосося свежие. Тут вот сало срезаю. Я потом на... Здесь холодец у меня кусочек. Захочу и сделаю себе. Так, это сюда. В общем, тут, знаете, зеленый горошек и так далее. Колбасу сюда. Все, я место для мантов нашла. Рыбку пока сюда. Это тоже сюда. Это куриные, как наггетсы я Миши жарила, остались тоже. Они отойдут, я потом их порежу, в любой салатик зажарю и все. И вот по косточкой еще. Так, это кабачки. И грибы тут тоже все. Так, морковь по-корейски. Или попозже. Я попозже ее достану. Я, может, с ней ничего делать и не буду. Вот. Там еще один ящик у меня. Там тоже. Сама не знаю, что. Сейчас посмотрю. Так бывает, девчонки, что накидаешь и сам не знаешь, что. Здесь у меня тертая свекла вареная. Здесь смесь овощная. Я тогда готовила не всю. Вот тоже можно туда закинуть, наверное, в овощи. Это у меня свекла. Вот. Кусочками. Надо приготовить вот еще до праздников. Так, это же у меня квашеная капуста еще. Это тертая морковь свежая. Так. А здесь помидоры. Здесь замороженные целиком помидоры. Вот. Что хочу сказать. Я им даю немножечко отойти, и потом уже нарезаю как надо. Или натираю. Если совсем они растают, там будет квашня. Я, если достаю под холодной водой, ополаскиваю, ложу на тарелочку и смотрю, чтобы я уже могла их порезать как мне надо. Или натереть. Здесь у меня все помидоры. Вот. Надорвала тут, тут. И там, конечно же, еще у меня овощи. Так. Надо. Так, это да, это капуста еще. Ну все. Сейчас я посмотрю. В принципе, я место для мантов нашла. Мне больше ничего не надо, чтобы манты заморозить, настряпать. Вот, разобрала, зато хоть вспомнила, где что лежит. Но я частенько смотрю. Так, вот нарезки. Тут масло, сыры. Я сейчас отодвину стол. Там прохладненько. И оно потихоньку до Нового года там полежит. Вот. Вот так. Ой, у меня тут еще... Две коробки яиц. Тут попрохладнее стоит. В общем, я туда убираю, девочки. Вот у меня еще тут морковь достала заднюю. И, наверное, свеклу достану сейчас в холодильник. Чтоб сюда не лазить, нет. Морковь у меня заканчивается. В яме есть. Нормально.
хранится. И свекла, посмотрите. Ну, свекла-то да. Тоже в яме есть. Свеклу никто не ест. Чтобы нет, туда больно не лазить. О-о-о. Она что у меня растет? Ладно, пусть лежит там. Такая вкусная. Такая крупная. Или достать, сварить-то. Мне свеклу надо. На сель под шубой. Девочки, ну куда такая? А? Ну скажите мне, пожалуйста. Не знаю. Так, ладно. Я вот эту достану. Морковку. Все? Она твердая, все. Там не холодно и не жарко. И не жарко, девочки. Вот. Ой. Я садила и круглую. И еще в яме. Нынче вообще, не нынче, а на следующий год вообще садить свеклу не буду. Честно. Вот сейчас место освободится, я это все переработаю. Натру, нарежу, как мне надо. И мне хватит. Мне хватит, нам хватит. Ну, готовлю я так и говорю, что я мне хватит. Так. Вот. А это я сейчас сюда, да. Все. У кого-то, наверное, были, девчонки, такие холодильники. Сейчас руки вымою. И... Пущу нашу шторочку. Шторочка длинноватая, но ничего. Некому мне подшить. Отдавать очень дорого. Вот. Я потом, если что, я ее в этот зал уберу. Или подшить отдам. Дочке пока некогда. Вот. Ну, некогда. Старшая дочка вчера с зятем донорами были. Они всегда доноры. Всегда. Они уже заслуженные доноры. Я говорю, Настя, придешь? Она обычно приходит. Нет, мы, говорит, сегодня пойдем кровь сдавать. Вот. А вот я беру холодильник. Все. Ну, вот она, картошечка у меня. Жарится с мясом. Очень даже вкусненько будет. Сейчас хочу с картошечкой открыть. Девочки, помидоры без уксуса. Вот стоят в столе. Видите? Я снимала это видео. Кто, девчонки, делал, пишите. Понравилось, нет вам. Сейчас Саша мне откроет. Вот. Здесь нету ни уксуса. Никаких ни приправок, ничего. Вот. Но они очень вкусные. Сейчас с жареной картошечкой мы откроем помидорчики. Рассол выпивается весь. Честно слово, без уксуса. Нисколько не вру. Я узнала его 2 года назад. 2 года назад. Первый раз я сделала, конечно же, чуть-чуть, потому что, ну, мало ли. Вот. Вкуснятина. Mm.
очень вкусно. Я сейчас их наемся. Картошки не дождусь. Вообще. Ну вот, картошечка, помидорчики. Хлеба я вообще стала мало кушать, только с супом стараюсь кушать. Саша будет попозднее, Миша в школе. Так что всем приятного аппетита. Вкуснятина!